С вами я, Квик, и сегодня я буду играть в Brawl Stars и от нуля до Леопарда. Это новая рубрика. Приятного просмотрения ролика. Я пошел трейдиться. Он мне дал лав. Сейчас я с каким-то щелом буду трейдиться. Да, блядь, я не могу! Дать пейн на лав. Я надеюсь, что это будет. Ой. Барьер и ацепт. Итак, мой, можно сказать, второй трейд, потому что мне какой-то чел скинул лав, я его забрал и... инвентаре, то получается можно пособирать фрукты, поубивать фрукты и уже можно затрейдить на Феникс, то есть гравити там, магму, вот эту всю фигню, Феникс. А Феникс это А плюс и потом уже С плюс идет, так что, ну, будем искать, выбивать. Вообще не заспаунился босс на корабле. И давайте его убьем. Повыкидывал Райбер, Сэнд, Фалкон, Чоп. О, какой-то чё. О, чё реально соглашается? Офигеть. Маг, Марисина, заклятие. Итак, чел мне дал за магму резину гравити. Это первый мифический. Это первый мифический фрукт, который есть у нас. У нас уже есть гравити пейн. И сейчас я хочу затрейдить гравити и пейн на Феникс и еще что-нибудь. Ну ладно, давайте. Продолжим трейдиться. Есть Феникс. Сейчас хочу трейдиться на Феникс. Мага Гост. Чел дает Феникс за Гост и Флейм. Спасибо ему большое, то что он уже... Сколько трейдов мы уже сделали, он прям легенда от души. Остался последний трейд за сегодня. И в итоге у нас уже 20.5! Это уже Blizzard! И грохот, офигеть. Blizzard или грохот? За алмаз чего даст что-то? Алмаз. О, нормально. Лайт. Но это был... Так, это все за сегодня последний трейд. Так. Итак, итоги сегодняшнего дня. Я получил Феникс, резину, пейн. Давайте вообще посмотрим, что я получил сегодня. А, нет, я резину набрал за гравити, пейн, феникс и лайт за один день. В принципе, ну это хорошо.
И сейчас еще я прокрутим это скрытье. Сейчас. И пламя. Да, пламя. У меня не было пламя. Ну, в принципе, нормально. Ну ладно, всем до скорых встреч, всем пока, с вами был я, Квик. До новых встреч!